Может, пошли? Нет тут никого. Я тебе говорю, их тут полно. Ща, у них отвалят. Вот приду, козёл. Я это у бати взял. Блин. До конца сожрать не успеют, суки. Кому их резать вообще надо, мне или тебе? Что значит резать? Не резать, а делать препарат. Если я их не сдам, меня из школы турнут. А у меня отец больной. На всю голову. Что ты сказал? Заткнись. Чудовий засіб. Не треба ні воску, ні щипців. Я соромився звертатись до тебе. Жінок і для чоловіків. Ви страждаєте. Гарячим воском і щоденним голінням. Ми пропонуємо вам Epil Stop Plus з вітаміном Е, систему, яка не тільки ефективно видаляє небажане волосся, але й запобігає його подальшій появі. Epil Stop – це не віск, а натуральний крем з вітаміном Е. Телефортуна на першому. Єдина гра тебе. Просто і на очах. Використайте свій шанс. Перетворіть 3 гривні у справжній джекпот. 110 400 гривень. Справжній джекпот. Там, де буття і небуття неподільні. Там, де світло загадковіше, ніж пітьма. Там, звідки не повертаються. Існує надприроднє. Ця істина за межею реально. У понеділок о 22.05 на Інтерканалі нові секретні матеріали. Ну что, как говорил один мой кореш? Перед дракой надо выпить. Да, для азарта. Мне для азарта, а тебе для анестезии. Слушай, а нафига их вообще надо бить? Война нужна. Ни бляди, ни церковь уже не помогает. Тоска. А водка? Водки выпьешь сразу по мнению. А на утро в церковь. Так вот уж. Thank you.
Так, пошуки шахтарів. А что дальше было? А что было? Що загубилося під час перебігу? Ничего. Слушай, все хочу давно тебя спросить. Ты ж сам вроде из Донбасса. Как ты в Киеве оказался? Это в 98-м. Помнишь? Шахтеры на забастовку в Киев двинули. Мы с Щуписом под Золотоношей от колонны отстали. Вот там пиво выпить. Нас менты не захрен, на трое суток в обезьянник. Мне ничего, Щупису ногу сломали, два ребра. Мы как выбрались, пошли наших догонять. Да там в степи где-то и заблукали. Меня, знаешь, менты на нюх чуют. А меня, знаешь, рожа наркоманская. Я еще по малолетке 229-ю отрубил. Хочешь, расскажу. Сидим это мы с братом на кухне, винт бодяжим. Чупис, мало. А давай еще Санычу два куба. Я тебе говорю, Саныча-то на хвосте не будет. Он же чисто по синьке выступает. А че? А он как из мореходки вернулся, так теперь его на суше укачивает. И он нормально ходит, только когда готовый. Так что он не по этим делам, в общем-то. А с одного куба его как-то чуть на игре не свезли. Он домой вернулся. Из холодильника все сжирает. Мама домой приходит, дверь открывает. А он всю хату веревками обмотал и сидит. Мама, я паук. Свои. Свои, блин. Ну что, наркоман гребаный попался? На камеру давай, на камеру. Показывай, как ты эту херню варишь. А что мне было делать? Я им все показал, и там же вмазался. Так ты прикинь, они потом эту пленку целиком на следующий день по областному ТВ показали. А-а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 -
была. Ты прикинь, революция! Эй, подруга, ты тут шахтеров не видела? Мы на гастролях, кременчики забыли. Я Ленка, а вы в Киеве ДТ? А Киев туда, в ту сторону, так? Хотелось бы верить. Давай сюда чемодан, а то этот балбес не догадается помочь. Ш-ш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 -
Куплю тобі хатку, а ще сідона, і ставок, і млина, і вишня, і ставок, і млина, і вишня. Наша ж мені хатка, та ще сіножатка, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Так ви дошли до Києва? Типа дошли, только там уже никого не было. Нафига это все надо? Пиво будешь? Возьмите кота. Понимаешь, я не люблю, когда животных мучают. Особенно кошек. А ты знаешь, бывает, за лапы к перилам привяжут, а к двери за яйца. И в дверь звонят. А еще знаешь, водолазов. Ну, это когда в коробку из-под кукол садишь, чтоб целлофановое окошко было, и потом в прорубь, так его, так его. А еще привязываешь за лапы... велосипеду. Едешь, педали крутишь.